Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Я вам рада, и сегодня у меня тема парфюмерии, и у меня новинка такая. Приобрела я новый парфюм, смотрела, думала, тестировала его и решила все-таки купить, потому что это незабываемый, неотразимый парфюм Elisa Abb Eau de Parfum. Называется Girl of Now. Вот в такой коробке он. Коробка сочетается по дизайну. Цветочки такие на голубом фоне. Вот. Здесь кольцо такое. Тяжелый флакон. Крышка такая тяжеленькая. Вот так выглядит. Красота это. И кто-то скажет, что он может быть даже не летний, но для меня это летний аромат. Я его буду использовать именно в жаркие летние дни. И у меня это просто настроение шикарное с этим ароматом. Одного пшика достаточно. Вот я сейчас попробую нанести его один раз. Распыление. И это что-то такой нежный. И в то же время яркий, сочный аромат. Произведен он в 2017 году. И авторы парфюмеры его Доминик Рупион и Софи Лабе. Хочу пару слов сказать про автора и дизайнера такого Elisa Abb. Он известен своими вечерними и свадебными платьями. Это арабский дизайнер, но он прославился на весь мир и популярностью пользуется. Он кутюрье звание имеет, и по всему миру, в самых крупных странах мира у него бутики. Платья неотразимые, просто вечерние, например, на красных дорожках в нем такие актрисы, как Анджелина Джоли и Холли Бейли первая в его платье попала на красную дорожку и получила в этот день Оскар. И все заговорили не только о Холли Бейли самой, как актрисе, а и в том, в чем она была одета. Это платье от Elisa Abb. И оно самое красивое было в тот знаменательный день. И все заговорили, и многие звезды захотели пользоваться услугами Elisa Abb как дизайнера их одежды. Да, так. Верхние ноты, о нотах, что входит в состав этого парфюма. В верхних нотах мандарин, груша и фисташка. В средних нотах апельсиновый цвет, магнолия и миндаль. Базовые ноты пачули, кашемир, бобы тонко и миндальное молочко. Вот для меня сладенький такой миндальное молочко, я чувствую, да, апельсиновый цвет я ощущаю. Магнолия тоже классно пахнет, миндаль это такие орешки супер, и миндальное молочко, то есть и миндальные орехи, и миндальное молочко входит в состав. Пачули, обожаю парфюмы, где есть пачули, у меня и ангел Терри Мюглера с пачули, и в черную орхидею мою любимую входят пачули. Это такие листья, в общем, кашемир дает такую теплоту, обволакивает. Это такой обволакивающий аромат, вот одного пшика достаточно. И он играет просто целый день в разных такими наплывами. Очень сексуальный парфюм. То есть вот девушка, которая смелая, яркая, и она, надевая на себя этот парфюм, просто становится в центре всеобщего обозрения, все на нее обращают внимание, и для тех девушек, кто не боится быть в центре внимания, кто хочет привлекать внимание, особенно мужского противоположного пола, пожалуйста, обратите внимание на этот парфюм, он великолепен, и вот лучше, вкуснее я не встречала еще такого аромата. Даже вот по жидкости видно, насколько он стойкий, качественный парфюм. Такой вот, знаете, как духи практически, так как концентрация такая не Eau de Parfum даже уже, а
больше, то есть он такой долгоиграющий, яркий, сочный, такие вот как будто, ну да, фрукты, это вот груша, груша и мандарин вот эту сочность дают. Фисташки, я не знаю, пахнут ли фисташки, но вот, в общем, даже как фисташки, тут такие, как орешки. Вот, цветочек такой, цвет Тиффани. И, ну что вам сказать, очень яркий. И нет ни такой ноты, которой бы что-то не так. Так слаженно скроен, так он гармоничный такой. И для меня восточные ароматы все-таки летние, они мне кажутся яркие такие. Я их летом, кто-то может быть зимой захочет его использовать, или весной, или осенью, но я тоже буду его использовать в эти времена года. Но сейчас, особенно летом, он всеми гранями своими заиграет, звенящий такой аромат, яркий, вкусный, сочный. Ну что еще можно для лета? Как можно себя порадовать, как не вот такой конфетой? Вот аромат просто такой конфетки. Ой, просто слюнки текут. Такой вкусный, такой яркий, такой запоминающийся аромат. Ни на что, кстати, не похож. Для меня сравнения нет. Аналогов нет. Вот, вот вам эксклюзив от Элиса Аба. Эти духи, я не знаю, можно ли найти в Брокарде или в каких-то других. Ну вот я нашла такой эксклюзив. Так что попробуйте его, и вам понравится. Спасибо за внимание. Всем пока!